Best place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friend. Ну что, всем привет! Сегодня будет видео о пустых баночках. Хотела я закончить монтаж. Я делала влог шопинг в ЦУМе, но что-то не идет у меня этот монтаж. Думаю, если не идет, не надо делать через силу. Поэтому решила снять видео о пустых баночках. Тем более я хочу здесь провести конкурс. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим. И подарки улетят, уедут победительницы. Тем более, что здесь первых два этапа по уходу за кожей – это очищающий гель и тоник. Торговая марка Envy. Я извиняюсь, упаковка помята, но это не моя вина. Так доставила почта, но на сохранность и упаковку внутри это никак не повлияло. Все целое, запечатанное. Мне хотелось послушать аромат, но я не открывала, не трогала. Я надеюсь, что девочка, которая выиграет, может быть, ну, напишет свое мнение по поводу аромата и как работает средство. Напишет мне, я имею в виду. Вот так вот. Все целенькое, тоник, все розовенькое, красивое. Условия такие, что необходимо быть подписанным на Instagram Envy Cosmetics. Далее подписка на мой Instagram, на мой YouTube канал и поставить этому видео лайк, разумеется. Вот такие простые условия, еще все более подробно я пропишу в инфобоксе. Заходите, смотрите, читайте, это не последний конкурс. Ну, периодически я так думаю, что я провожу конкурсы. И вы участвуете, и побеждаете, и этих девочек я потом вижу, смотрят видео, комментируют, лайкают. Итак, приступим к пустым баночкам. Первое, с чего я начну, практически пустая баночка, я не успела закончить до съемок видео, но здесь у меня осталось буквально на несколько раз, и я целенаправленно добиваю этот аромат, потому что он не мой. Он молодежный, такой девочковатый, ми-ми-ми. Я не знаю, почему я выбрала этот тендер. Я люблю парфюмерию Шанель, видимо, просто мои вкусы изменились. Я люблю более такие серьезные, тяжелые ароматы, даже в такую жару. Вот сейчас со мной мой любимый Сислей. Вот именно такое сейчас у меня направление, моя любовь в парфюмерии. Этот же Шанель, я мучаюсь, он у меня не первый год, не первый год. И вообще это был чисто весенний аромат. И уже в этом году я его решила добить, чтобы он не занимал места, не мозолил мне глаза и так далее. Стойкость у него отличная, просто он слишком сладковатый. И нет какого-то такого прям характера, который нужен мне. Как сейчас на мой вкус, я бы выбрала, который идет тендер, или он не тендер, в зеленой упаковке. В общем, их там три шанса. Вот мне классический шанс нравится, который идет Де Парфам, по-моему, концентрация. Или они все туалетные воды. Вот я не припомню. В общем, мой любимый классический, розовый на последнем месте вот этот, и посерединке зеленый. Зеленый шанс. В общем, я его добила, слава богу. Повторять в ближайшее время не буду. Он более такой молодежный, девушкам-блондинкам, очень романтичным особам подойдет. Не мой парфюм. Вы меня часто спрашивали, и это не пустая баночка, но я вам покажу. Вот его я берегу. Из Шанели, из всех ароматов, это мой самый любимый, самый знаковый. Вот он подходит к концу, и мне прям дурно становится. Не хочется, чтобы он заканчивался. Далее поговорим про уход за волосами. Я покажу здесь три продукта, которые подошли к концу. Вот такая вся помятая, избитая упаковка DSD. Это шампунь, который блокирует дегидротестостерон на коже головы. Объем у него огромный, 500 мл. В начале использования мне этот шампунь нравился. Сразу скажу, что я не видела какого-то особенного результата, чтобы волосы сыпались меньше, либо выглядели круче. Это такой люксовый уход 90-х годов, 2000-х, может быть. Аромат специфический, текстура специфическая. Я его использовала только потому, что нужно было. Первое время использования, единственный плюс у него, что волосы долго находились, были чистыми. Чистыми, и он давал объем. Но прямое свое назначение я результата не увидела, хотя объем большой, он должен был, по идее, работать. Плюс ампулы у меня были. В общем,
повторять я его не буду, даже если мне назначат трихолог и будет как-то меня убеждать. Я не знаю, это должна быть какая-то такая аргументация от зрителей, я должна увидеть комментарий, что Катя, он работает. Я не увидела ничего особенного за такие деньги. У нас он, девочки, стоит дорого, очень дорого. То, что в Испании цены другие, лучше вы мне не пишите эти расценки в других странах, потому что просто режете без ножа. Мне еще одна зрительница писала по поводу лекарства, я так сказала про СКАР, что стоит больших денег. У нас, да, стоит больших денег, 70 долларов приблизительно стоит упаковка, и мне девушка из Москвы написала, что там стоит копейки. Я не поверила, переспросила у своей подруги из Москвы. Ну, то есть разница такая, у нас 2000 гривен, а по московским ценам на наши 200 гривен. Ну, я понимаю, разница там в 2 раза, может быть, на таблетки, в 3 раза, но в 10. Поэтому я как бы опираюсь на наши расценки и делаю выводы. Возможно, где-то этот шампунь стоит дешевле. Дальше, шампунь, который я вам не рекомендую. У нас, кстати, активно постеры по городу висели вот с этим вот уходом, трудно произносимым. У меня был в сиреневой упаковке такой шампунь, вот в красной лучше, чем в сиреневой, но не мой фаворит. Пользовалась им только потому, что он у меня был в арсенале. Плюс я еще додумалась купить с ним в паре гель для волос, который необходимо наносить на волосы и не смывать. И не смывать, хотела попробовать что-то новое, и это просто ужас. Нет. Дальше вот такое вот классное средство для волос, я его 100 раз показывала, мне его не врач прописывал, а рекомендовала как-то подруга моя хорошая. Я на протяжении многих лет им пользуюсь, лет, наверное, 7 время от времени я его использую. Здесь перец, дальше масло репейное, возможно, еще какие-то компоненты есть. Я его втираю в кожу головы до мытья, стараюсь походить где-то 40 минут, час, и потом смываю волосы блестящие, шелковистые, объемные. И он ускоряет рост волос, как мне кажется. Вот такое вот копеечное аптечное средство Капсиол. Я все внизу пропишу, девочки. Это то, что был уход за волосами. Дальше я покажу. Очень много у меня закончилось средств по уходу за кожей лица. И жалко мне, потому что необходимо покупать, приобретать что-то новое. Мой самый такой фаворит. И очень жалко мне действительно было, что этот крем закончился. Это Сездерма Цвит. Увлажняющий крем. Отличное увлажнение, кожу приводит в тонус, подтягивает. Мне просто очень нравился эффект, вот полностью пустая. Очень нравился эффект, как работал этот крем, соотношение цена-качество. Обалденный, я бы хотела повторить его снова, но через время. Только потому, что мне, конечно же, нужно показывать и крутить что-то на камеру другое. Поэтому я буду пробовать другие торговые марки. Но через время очень быстро я хочу его повторить. Вот я сейчас пойду на эпиляцию в салон. Там представлена торговая марка. Посмотрю, что есть из Obagi. Какие есть хорошие крема, возможно, другие линейки. Мне и девочки в директ кидали линейки, на которые стоит обратить внимание. Крем однозначно рекомендую. Вот вы мне пишете в директ, спрашиваете, с чего начать. Начните с Сездермы, подберите под свой тип кожи. По своим потребностям, но одного крема, чтобы хорошо выглядеть, очень мало. Очень мало. Дальше, торговая марка, которая на меня произвела впечатление, это Оли Энриксон. Мне подруга привезла из Дании. Обалденный крем. Это один из самых нежнейших кремов, которые я когда-либо пробовала. Обалденный, увлажняющий, невесомый. Его хорошо наносить под макияж, хорошо наносить на ночь. Как когда его только не использовала. Невероятно классный, базовый. Сюда можно подмешивать какие-то вот такие хорошие продукты, капельки делать, чтобы кожа давала загар, темнела. Вот он базовый, можно мешать The Ordinary. Вот такой крем отлично подойдет. Быть как бы основой, мешать сюда витаминки, мешать загар. Просто использовать как самостоятельный продукт. Обалденный. И умывалка у меня еще есть, я ее храню. Далее, сыворотка. Невероятно красивая упаковка от Сабон. Долго у меня была, у нее невероятный аромат. Сабон вообще славится тем, что у них красивые, сложные ароматы. Ни в одной другой косметике уходовой я такого не встречала.
классная сыворотка, она очень питательная, поэтому был большой период между, допустим, применениями, но она работающая. То есть мне хватало сделать там один раз в 10 дней, и эффекта мне хватало надолго. Делала кожу блестящей, лоснящейся, здоровой, просто очень красивой, напитанной витаминками. Здесь витамин С. И она подходит для всех типов кожи. Удобный дозатор, тяжелая упаковка, все в ней прекрасно. Далее закончился вот такой вот, написано, дневной крем от доктора Хаушки. Вот этот продукт мне нравился. Так, чтобы прям гоняться за ним, искать, нет. Просто мне было интересно, мы когда были в Германии, попробовать именно торговые марки, которые пользуются популярностью в Германии. И я выбрала для себя эту косметику. Не все. Мне там понравилась косметика, очень специфическая. Я уже хорошо сижу на кислотах, поэтому мне вот прям натуральным уходом, именно таким аптечным, было пользоваться тяжело. То есть этим нужно заниматься, конкретно делать один шаг после другого, чтобы это работало. Я так не очень люблю все делать последовательно, но мне вот этот крем, он больше похож на сыворотку, в принципе, нравился. На так 4 с плюсом где-то он. Гоняться, искать, нет, я не рекомендую, можно в аптеке в стране, в вашем городе поискать что-то аптечное, что-то с натуральным составом, вот как-то так. Далее вот такой вот премиальный бренд. Торговая марка Сутис, по-моему, называется. Это, если мне не изменять память, французский бренд. Попался мне в коробочке красоты. С собой брала на отдых в Черногорию. Я не поняла эту маску абсолютно. Стоит каких-то нереальных денег, я смотрела. Ну, так, чтобы вообще иметь представление. А подруге моей она подошла. Мне как самостоятельный продукт нет. Она не подходит, слишком плотная и тяжелая на лице, не то чтобы она забивала поры, но мне просто, ну ничего, ни аромат, ни консистенция, ни как она работает, ни упаковка, я не могу назвать каких-то отличительных классных особенностей от этой маски. А моей подруге подошла очень, и у нас с ней как-то кардинально противоположное понятие о косметике. Вот то, что нравится мне, она как бы равнодушна. То, что я говорю, мне косметика не подошла, ей в принципе, подходит. Поэтому, видите, это такое все дело вкуса, дело привычки. Мне не подошло. Далее хочу показать Хелену Рубинштейн. Как я говорила, я нашла свои старые запасы, косметику. Видимо, когда я хотела быть блогером, я собирала. Вот такой вот обалденный крем, обалденный состав, невероятный аромат, который на протяжении, боже мой, скольких лет до сих пор можно услышать из упаковки. Люксовое оформление, люксовый эффект на лице. Косметика, я считаю, стоит своих денег. Хотя некоторые девочки мне писали, что были какие-то аллергические реакции на Хелену Рубинштейн. Я вообще не аллергик, у меня таких проблем нет. Я думаю, что косметика стоит своих денег. Только вопрос, где ее сейчас купить. Я видела, что есть на мейкапе. Но на мейкапе я в последнее время не заказываю косметику. Были как бы нюансы с парфюмерией и другими товарами. Вопрос, где найти ее настоящую, сертифицированную и так далее. Крем, все, что он обещает, он делает, он работает. Единственное, что это прям такая конкретно возрастная уходовая линейка. Я, например, использую средства, которые мне не по возрасту. Я считаю, что они работают лучше, технологии не стоят на месте. Лучше я использую крем не по возрасту, чем я буду делать уколы красоты. Дальше еще в 150-й раз покажу, потому что девушки пишут, с чего начать уход за кожей лица. Вот такие вот ампулы можно купить в салоне красоты. Мои самые любимые из всех PFC косметик, что я пробовала, это именно баланс концентрат. Я раскупила все, нет, надо пойти заказать. И я обещала сделать с такими ампулами конкурс, потому что всем как-то проблематично их найти. Ну, когда-то проведу такой конкурс, девочки, надо заказать такие ампулы, чтобы вы могли их попробовать. Цена смешная, а эффект один из самых лучших, что я пробовала по уходу за кожей лица. Такая ампула стоит 80 гривен.
Боже мой, сколько это в долларах? Ну, пусть будет $3. Я считаю, что чтобы попробовать косметику, это вообще просто копейки. Ее хватает на неделю, на 10 дней одной ампулы. Замечательный продукт, однозначно рекомендую. Далее еще один продукт Chanel, который закончился, и слава богу, с SPF 15. Это тональный крем. У меня был 20 беж. Срок годности 12 месяцев после вскрытия, но у меня этот тональный крем был очень долго. Около, наверное, 3 лет. Носить его как самостоятельный продукт на лице мне абсолютно категорически не нравилось. Хотя я пришла с запросом покупать тональное средство в магазин, чтобы тональный крем делал мою кожу матовой. Не понимая на тот момент, что основная проблема, почему мне не подходят тональные крема, что мне не нравится этот матовый финиш, матовый эффект. Мне хотелось увлажнения, лоска и красивой кожи. Это была моя ошибка, что я выбрала тональный крем такой. И носить как самостоятельный продукт на лице мне не нравилось. Забивается во все морщины, подчеркивает все... Когда я смеюсь, хохочу, я вообще хохотушка страшная. Все-все вот эти мимические морщинки, складочки, прыщички подчеркивает. Расширенные поры, которые у меня на носу невероятно крупные, потому что в детстве я лезла руками и давила, что-то там хотела сделать, не знаю себе. В общем, нет. Финиш у него конкретно, как будто бы вы лицо припудрили. Если вы любите такой эффект, то это ваш продукт. Абсолютно, абсолютно не мой. И, ну, оформление вот это вот. Ну как, Шанель? Как вы могли вот это такое? Я думала, что я купила тестер, когда пришла домой. Я подумала, ну вообще меня как ошарашило просто вот этот носик этот. Такое оформление просто меня ошарашило. И я его последние годы добивала точечно, маскировала прыщи, потому что он очень светлый для меня. Плотно-плотно наносила, а так по всему лицу как бы наносила обычный свой какой-то там тональный крем. У меня был какой Байтери, самый любимый с кисточкой, вот из последнего, что я припомню. Еще один Байтери у меня любимый крем, Dior. Шанель не сложилась. Дальше хочу вам показать бюджетную свою такую. Ну как, тоже буржуа, я не считаю, что это бюджетная косметика. Мне кажется, она достаточно недешево стоит. А оформление хромает. Все облеплено, все залеплено, все стирается. И еще они эти стикеры в этих магазинах клеят. Поэтому здесь такой тоже спорный вопрос. В бюджете или купить что-то одно, но хорошее. Оттенок 02 я выбрала... Какой-то Beige Edition. Я не знаю, что это за линия, за серия. 150 миллионов лет назад ее покупала. Года, наверное, 3 назад точно. И вот только закончила. Помада невероятно увлажняющая, красивая. Красиво смотрится на губах, но с оттенком я немного не угадала. Нужно было брать что-то более теплое, более нюдовое. А тут цвет уходит в какой-то серый. Не знаю, на камере смотрится красивее, чем она есть в жизни. Тут она мне напоминает мою помаду от Марка Джейкобса. Или какую-то помаду MAC. Но на губах она смотрится серая, трупная. Что-то есть трупное от нее. В общем, я ее добила. Но она хорошая, увлажняющая. Вполне достойная помада. Обратите внимание. Я думаю, что эти серии еще есть у Буржуа. Далее добила вот таких вот малышек от Declor. Здесь был крем для тела. Далее скраб для тела. Крем для рук мой любимый. И гель для душа. Очень хороший набор. Больше всего мне нравились вот эти желтые товарищи. Скраб для тела с невероятным ароматом и крем для рук. Очень-очень классные продукты. И вообще приятно такой набор с миниатюрами получить в подарок, так что можете обратить внимание. Я впервые познакомилась с этой продукцией. Приятный аромат, гель для душа, такое все легкое, что-то французское. И приятный, легкий, легчайший крем для тела. Объемы по 50 мл – это более чем достаточно, чтобы познакомиться с продукцией. И понять, нужна вам, не нужна. Я бы хотела что-то еще попробовать из этой торговой марки. У нас, кажется, в Брокарде она представлена и продается. Это был подарок, поэтому я не в курсе. Далее я не помню. У меня вот есть две туши.
показывала я их в пустых банках, не показывала. Одна тушь – это от Burberry. Силиконовая кисточка, силиконовые кисточки я не люблю и терпеть не могу. Но она загнута, и я вот такие, в принципе, кисточки любила у Dior, когда была помоложе, и любила так сделать прям такие ресницы, что сейчас бы я такие никогда не накрасила. Возможно, на то бы время эта тушь была моя любимая. Какой минус у нее? Она быстро засохла, быстро пришла в негодность. В принципе, она неплохая, где-то на 4 с минусом. Так сказать, чтобы прям гоняться за ней, искать тушь Burberry, нет, в ней ничего нет уникального, кроме красивой упаковки. Плюс у меня в коричневом оттенке ореховый коричневый называется, номер 2. Я все подробно пропишу внизу. Достаточно большой у нее объем, 7 мл. Срок годности не вижу, по-моему, очень мелко написано, 6 месяцев. Быстро засохла, здесь вот еще полно туши, но ей невозможно красить. Красить невозможно. Ресницы делала неплохие, подкручивала и очень объемные. Если вы любите такой эффект, возможно, стоит попробовать. Далее тушь от By 3. Невероятно интересная задумка. Я не знаю, есть ли у других торговых марок такие кисточки, но мне идея очень понравилась. Также силиконовая кисточка, очень большая. Вот в этом положении кисть делает ресницы удлиненными. Если вот здесь колпачок подкрутить, сама кисть становится меньше. Вот она закручена, и в таком положении она делает ресницы объемными. То есть вы при помощи одной туши можете сделать эффект тот, который вам нужен. Разумеется, я любила пользоваться просто вот в этом выкрученном состоянии, когда кисточка большая, сделать можно было легко хорошие разделенные реснички. Точно так же тушь где-то на 4 с минусом, 4 с плюсом. Не могу сказать, что она была моей самой любимой, но она неплохая. Неплохая, но моя самая любимая Giorgio Armani. Единственный минус, который есть у Armani, у нас не продаются коричневые туши, поэтому я подумываю, после того, как окончательно умрет моя тушь от Тома Форда, пойти купить Guerlain. Вот эти вот стандартные, в золотистых, с классической кисточкой туши. Вот такая у меня есть идея. Девочки, в принципе, это все. Видео о пустых баночках. Я думаю, что достаточно много было продуктов. Единственное, что я забыла сказать в конкурсе, если вам не сложно, напишите ваш любимый продукт в уходе за кожей лица. Мне бы было очень интересно посмотреть, возможно, торговую марку, какой-то крем, без чего вы не представляете свой уход. Участвую в конкурсе и напишите город. Ну, город откуда вы, потому что уже очень много было новых людей. Не со всеми я знакома, кто-то тихонечко сидит и смотрит. Так мы познакомимся ближе. Сроки конкурса, участия в конкурсе я пропишу внизу. Все, хороших вам выходных. Удачи в конкурсе. Подписывайтесь, лайкайте, не стесняйтесь. До скорой встречи. Всем пока.